полетим целиком в Стамбул и в Европу, там нашопимся, и он, короче, вообще вот будет классно. В итоге, в какой бы магазин я ни зашла, вот я зашла в Prada, например, говорю, мне так нравится эта куртка, прикольная. Ну, может, она гопотячая. Алико говорит, гопотячая. Не разрешил мне ее покупать, но я купила. Он сказал, что это гопническая куртка. Имейте в виду. Куртка гопник. Потом я зашила кроссовки. Он сказал, колхозавр я. И купила себе Войшу такие вот штаны. Это вот это просто кайф. Вадик и Войш, вы не понимаете, они просто ощущение, что это мое тело, прилипшее к ногам. Просто офигенные штаны. Ну реально. А я больше ничего не купила. А, и футболку. Это мне подарило. Я не успел себе купить, блин, потому что... Мы почему-то решили, что мне нельзя в такой футболке ходить. Просто возьму себе ее и положу в рамку. Я просто не увидел мерч, а Ксюша, она раньше уходила и увидела. Еще себе купила штаны. Может, наверное, Ксюше не хочется носить.